ти. Про це поговоримо зі сходознавцем, міжнародним оглядачем Андрієм Бузаровим. Він долучається до нашого ефіру. Добрий день. Здравствуйте. Пане Андрію, на восьмий місяць війни ми вже розуміємо справжнє ставлення Китаю до того, що відбувається на території України. Я думаю, что на восьмой месяц войны и вообще в целом в ближайшее время нам сложно будет понять четкую позицию Китая по многим вопросам внешней политики, в том числе и по Украине. Я думаю, что китайская позиция на сегодняшний день может быть сформирована только как прокитайская. Не проамериканская, не пророссийская, а именно прокитайская. То есть терпение они выжидают. Как влияют санкции Запада на Россию, как дальше будет действовать Россия на постсоветском пространстве, в том числе и в Украине. И от этого будет принято судьбоносное решение для Евразии и для Азии в целом. Будет ли военная операция Китая на Тайване. Поэтому все очень просто, одновременно все очень и сложно. Вчора співробітників посольства Китаю та Єгипту закликали евакуюватися з України, начебто з міркувань безпеки. Цікавий перелік країн, там була і Сербія, але вона сказала, що евакуюватись не буде. Чи не здається вам, що це от створює такий собі інформаційний шум, аніж справді, ну, реальну загрозу? Як ви вважаєте, чому Китай у цьому переліку? Ви знаєте, я думаю, що... На сегодняшний день вероятность начала военной операции Китая в Тайване можно оценить как 50 на 50. И весь мир не понимает, будет ли военная операция там, до конца этого года, и вообще она будет. Соответственно, многие начинают принимать те же меры, которые принимали и в Украине. Многие посольства имеют иностранные граждане до февраля текущего года. То есть кто-то верил в войну, кто-то не верил в войну, кто-то выезжал с Украины, кто-то не выезжал. Такая же ситуация и с Китаем. Если Китай пойдет на военную операцию, то, естественно, большая часть западных журналистов и вообще бизнесменов уедут из Китая. Поэтому то, что я сказал в начале своего комментария, вероятность 50 на 50, она подтверждает ваши слова о том, что одни уже готовятся к возможной военной операции, а другие еще пока в нее не верят. Но я убежден, что окончательное решение китайское руководство еще не приняло, начинать ли военную операцию или нет. И в значительной степени это решение будет базироваться на том, что происходит в Украине и, ну, вообще на постсоветском пространстве. А як на Україну може вплинути розгортання Китаєм військової операції на Тайвані? Це, ну, буде означати послаблення підтримки України і зосередження уваги і світу, і Сполучених Штатів, зокрема, навколо Тайваню? Чи навпаки, це може консолідувати взагалі підтримку і України, і Тайваню для того, щоб не допустити розповсюдження оцього військового тренду вирішення будь-яких питань? Я напомню, что проходит сейчас 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Это важное, фундаментальное событие для всего Китая. Там проходит съезд, потом пленум, потом заседание там, политсовета, предбюро. Это длительный процесс. Я 5 лет назад в качестве международного обозревателя присутствовал на 19-м съезде Коммунистической партии Китая в октябре 2017 года. И вот сравнивая два события, я могу точно сказать, что во внешней политике особо Китай не занял какую-то четкую позицию, там, проамериканскую или пророссийскую. Китай следует своим интересам, прежде всего экономическим. Поэтому я не исключаю, что, допустим, через полгода Китай может занять жесткую пророссийскую условно позицию, условно, а может стать союзником США против России. И тот вариант вполне возможен. То, о чем вы сказали, на мой взгляд, ваш вопрос абсолютно правильный по поводу Украины, то главная причина, подчеркиваю, главная причина, почему Китай до сих пор не пошел на военную операцию в Тайване, это, на мой взгляд, экономические последствия санкций для России из-за войны против Украины. То есть, наверное, были у китайского руководства идеи начать военную операцию и в марте этого года, и в апреле. И мы помним, были же провокационные действия с военными учениями Китая и так далее. Но Китай не пошел на эти действия. Все следят за тем, как санкции США и Европейского Союза влияют на Россию из-за войны в Украине. Естественно, Китай понимает, что если он начнет военную операцию против Тайваня, то не только будет экономическое влияние, а, скорее всего, будет и военный ответ США непосредственно. Поэтому Китай взвешивает и будет до последнего оттягивать политическое решение по этому вопросу.
Пане Андрію, от ви слушно підмітили, Китай може повернутися або в бік Росії, або в бік Сполучених Штатів Америки. А що може вплинути, можна назвати от 1, 2, 3 на цей вектор, куди може піти Китай? І чим вигідна Китаю співпраця з Росією? Є єдина і головна причина, яка може підтолкнути Китай к зближенню з Росією ще більше. Це позиція США. То есть на сегодняшний день из-за ну, не совсем понятной ситуации внутри США, из-за выборов, предстоящих в Конгрессе, и диаметрально противоположных заявлений внутри американской элиты по поводу будущего Китая, китайцы выжидают, какая будет окончательная позиция США по будущему отношению с Китаем. И если отношения будут ухудшаться с американцами, то Китай будет двигаться в сторону условно России. Если будут улучшаться с американцами, а скорее всего высока вероятность, что Китай и США могут найти общий язык, то, естественно, Китай будет занимать нейтральную позицию по отношению к России, а может быть и абсолютно жесткую, негативную, как они занимали в конце 60-х годов по отношению к СССР, несмотря на то, что это были два коммунистических друга, условно, брата. Поэтому главный фактор – это позиция США. Второй фактор – это экономика. То есть как на сегодняшний день Китай будет выходить из экономической ситуации. Напомню, что это единственная страна в мире, которая соблюдает жесткий карантинный режим, который, скорее всего, будет снят только в ноябре текущего года после так называемого праздника весны. Поэтому Китай уже устал от экономики, устал от, ну, от экономических последствий ковида, и он хочет выйти на рынок. Естественно, Европа и США – это главные торговые партнеры на сегодняшний день для Китая. Поэтому Китай будет все делать, чтобы поддерживать отношения экономические с Европой и США. А с Россией, отвечая на ваш второй вопрос, только военное сотрудничество возможно. Только военное сотрудничество. Хотя я бы не сказал, что последние там, 7 месяцев, которые мы видим в реале в мире, Китай дает оружие или каким-то образом поддерживает Россию. В отличие там, да, от Ирана. Вы же показали сюжет, где все всем понятно стало по поводу Ирана и по поводу нашей позиции по Ирану. Китай понимает, что он может стать третьей страной, условным таким союзником в этой группе стран, Иран, Россия, против Украины и, соответственно, всего западного мира. Китаю это не нужно. Поэтому на сегодняшний день Китай будет максимально воздерживаться от военного сотрудничества с Россией против Украины и против Запада. Китаю нужны деньги и работающая экономика, но не военные конфликты. Ну, а ми розуміємо, що перемога України в цій війні, вона може стримати плани Китаю по окупації Тайваню. І з іншого боку, програш України, перемога Росії можуть штовхнути світ до ще більшої ескалації на різних фронтах. Дякуємо вам дуже. Андрій Бузаров з нами був на зв'язку, сходознавець, міжнародний журналіст-оглядач. Дякуємо вам дуже.